Дорогу на Ринмар-Тельвиск одевают в асфальт. Дорожные службы приступили к очередному этапу строительства. Полотно покрывают материалом совершенно нового поколения. По словам специалистов, сегодня 7-километровая трасса уже готова на 25%. Когда из Наринмара в Тельвиску можно будет проехать на собственном авто, узнавал Олег Хатанзейский. То, чего так долго ждали не только местные жители Наринмара, но и села Тельвиска, свершилось. На первой региональной трассе округа уложили первый асфальт. Вот он, совершенно гладкий, новый и даже горячий. Такое ощущение, что на улице не плюс 5, а все плюс 20. Строители Наринмар Доремстроя своего рода первопроходцы. Они первыми идут по новенькому, еще горячему дорожному полотну. По проекту Наринмар с Тельвиской соединит двухполосная дорога. Ширина каждой полосы 3,5 метра. Общая протяженность трассы 7 километров. После тщательной подготовки, которая продолжалась почти полгода, строители приступили к укладке асфальта. Это так называемые уникальные технологии нового поколения. Аналоги встречаются в России, но редко. Получается, по проекту планировался переход и покрытие черной щебенью, но пересоголосовали на капитальный и покрытие. То есть асфальт типа Б марки 2. То есть это лучше, чем щебень лучше, да? Да, намного лучше. Общая толщина асфальтового покрытия 15 сантиметров. Сначала укладывают первый слой, а уже после второй. Основной, по которому и будут передвигаться автомобили. Впрочем, на этом работы не заканчиваются. Зимой дорожники займутся другими участками трассы. Там завершат отсыпку гравия, укрепят откосы и продолжат укладывать асфальт. В конце декабря 2014-го из Наринмара в Тельвиску отправятся первые автомобили. Олег Хатанзейский, Александр Усачев, телеканал «Север».